Уважаемые самарцы, просим всех покинуть набережную. Прогулки по набережной пока под запретом. Самарские полицейские проверяют, соблюдают ли горожане режим самоизоляции. Знаете, что посещение набережной тоже у нас запрещено? Парков, скверов, набережных у нас тоже запрещено. Пожалуйста, я вас прошу, покиньте набережную. Полицейские проводят профилактические беседы, напоминают самарцам о правилах безопасности. Особое внимание уделяют пожилым людям, которые находятся в группе риска. Горожане в возрасте старше 65 лет получают от сотрудников полиции уведомления о строгой необходимости соблюдения режима самоизоляции. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер, об ответственности за их нарушение, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. Сотрудники полиции напоминают горожанам, в Самаре по-прежнему действует масочный режим. Прогуляться по парку, начиная с 19 мая, можно, но не больше 2 человек. Большими компаниями собираться по-прежнему запрещено. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.